Добрый вечер, дорогие друзья. Наши победят по-любому. Ну а приехал я сегодня, естественно, поздравить моего дорогого друга Федю, Феденька. Я тебя очень люблю. Ты супер музыкант, ты великолепный человек. Скромный, рок-н-ролльный, до мозга костей. Ты родился для рок-культуры, для рок-музыки. И Россия гордится тобой, честное слово. Поаплодируй, поаплодируй. Ну, помимо основных подарков, я мелочевку тебе принес. Это Игорь Ларионов, наша звезда хоккея. Бутылочка вина с его автографом. Ну и еще фильм, это только что вышел мой фильм. Ты там много принимал участие, так что потом посмотришь. Я тебе сейчас его подпишу. Но самое главное, буквально там несколько дней назад, 2 года, как ушел от нас наш близкий друг Александр Барыкин. Завтра в клубе «Лайфпаб» будет годовщина, да, посвященная этому делу. Но самое главное, что я в течение года издал фильм, посвященный Саше. Это полуторачасовой фильм. И первая копия сегодня – подарок Феде. Еще раз всех поздравляю. Клуб «Music Town» – это лучший рок-клуб Москвы. Поаплодируем. А я всегда с вами. Если даже я не здесь, то душа моя здесь 100%. Там, где настоящий рок, там я без этого жить не могу. Ребят, спасибо громадное, Димыч. Ребята, спасибо большое, вы молодцы. И когда такие люди в тылу, то знай, что мы победим всех и клином врежемся во всю эту попсятину и прочие культуры. И выгоним в итоге 100%. Я никогда не говорю смерть, там, как некоторые говорят, смерть попсе, шансону и так далее. Пускай живут, это их проблема. Но настоящая музыка, настоящая культура, она по-любому победит. И время бездуховности проходит, вся жизнь в полоску, белое, черное. Все по спирали развивается вверх и вниз. И обязательно наше время наступит, и время талантливых музыкантов, время настоящей музыки в ближайшее, самое ближайшее время придет, потому что век бездуховности, он уже исчерпал себя. Да здравствует рок-н-ролл! Федя, с днем рождения! Федя Александрович, поздравляю, Федя Александрович. Продолжим.